по Стамбулу катаемся. Шимди нет, а? Смотрите, друзья, не могу пройти мимо. Я сейчас в Корейке. Жду подругу Илона. Представляете, какая она у меня молодец. Научилась, сама ко мне приплывет сейчас. Научилась добираться в Бишикташ. Нашла прямой автобус, мои друзья. И едет подружка моя. Молодец, что она все. Но не могу эти розочки пройти. Друзья мои, не могу себя запечатлеть на этой красотке. Все меня многие очень спрашивают, почему я так мало видео выкладываю. Мои друзья, знаете, YouTube очень забирает много времени. У меня не всегда получается, поэтому пока так. Сюда вам сниму немного этот вид. Здесь моя подружка приплывает, Илоночка. Какой же вид шикарный. Сбежит даже сюда плывем. Говори ты. Привет всем. Вот сегодня у меня... Ой. Ветер? Ветер. Давай идем отчасти. Сегодня я преодолела еще один квест. Новый автобус, кораблик и я в Кадыкёй. Представляете, научилась моя рыбка. Короче, идем отсюда от ветра. Пошли. Смотрите, мой Илош какой модный. Снимай. Снимаешь, я тебя снимаю. Снимает вот этот. Извиняюсь. Да, идем гулять. Мы в Кадыкёй, она ближе ко мне приехала, потому что, девочки, мне очень сложно, вы смотрите на цветы, добираться в этих... Ой, какие там розы, Илона, впереди, ты видишь? Впереди, смотри. Идем туда. Какая красота, смотрите. Потому что меня укачивает. Я что-то плохо, знаете, себя чувствую. А почему я себя плохо чувствую? Потому что мои друзья везде кондиционеры. В автобусе, везде. А у меня синузит, это головные боли. Я так плохо чувствую после поездки. Давай, рыбчик, ты мой. Смотрите, как цветочки убирает. Какая красота. Кстати, Илона, впервые вижу, чтобы женщины убирали. Обычно все... Боже ты мой! Господи, там впереди, Илон! Ты видишь там впереди? Это просто слов нету. Сейчас попробую увеличить. Блин, нифига не вижу, так солнышко бьет в глаз. Просто чудо какое! Просто чудо, девочки. Смотрите, боже, на той стороне. Боже, какая красота, Илош, да? Сейчас Илонка отправляется на Бишикташ с Кадыкёй. Она у меня здесь гуляла на этом кораблике. Ой, какие мужчины с цветочками. И здесь я тоже иду на автобус домой. Музыка, танцы. На сегодня ветерочек. Люди отдыхают возле Босфора. Очень много людей. Все забито спереди. Илончик мой отправляется. Потом посмотрит видео. Видите, как красиво люди отдыхают. Скучно мне за ней, а что делать? Илош. Все, плавала. А я иду к себе домой. На автобус. И мне минут 40 я дома буду. На этой пробке. Чего с ними не сделаешь. Это я, мои друзья, опять купила себе кепочку. Потому что, девочки, это кошмар. Головные боли у меня такие от этого ветра. У меня дома где-то 5-6 видов. Но я думала, жарко будет, не взяла. Опять купила новую. Что делать? А это я на автобусе иду. Смотрите, сколько здесь автобусов отправляется.
Какой же огромный этот Стамбулище. Тут цветочки. Ой, солнышко, наверное, ничего не будет видно. Погуляли вместе и домой. Девочки, это я опять себе купила кепочку, потому что возле моря такой ветер. У меня так голова разболелась. Мы с Илоной ходили в церковь, помолились, свечки поставили за здоровье. Короче, здесь провели очень хорошо время. Сегодня праздник. Не знаю, когда это видео выложу. Всех праздников, счастья, здоровья, мои друзья. Девочки, привет! Смотрите, вы, многие осуждают меня, что я такую еду кушаю. Это моя любимая еда. Я как увидела, я купила в прошлый раз картошку, вот эту молодую, это свежая картошка. Но если было ее приготовить, она испортилась. Что хочу вам сказать. Смотрите, с маслочком, укропчик и вот эта зелень на овощах, там, ну, приправа, то, что я показывала в каких-то видео. Вот эти оливки попробуйте, очень вкусные. Они не острые вообще. Мой купил пару дней назад, я только сейчас про них вспомнила, и понравились. Помидоры, это мой ужин, мои друзья. Мы с Илонкой нагулялись, и кефир. Приятного аппетита!